Вітаю всіх шанувальників боксу на найкращому спортивному телеканалі України «Спорт-1» у програмі «Ринсайд. Своя правда». Сьогодні у нас гість, який не боксує, хоча дуже часто ми його можемо бачити у ринзі або крингу у «Ринсайді». Людина, яка постійно займається якоюсь справою. Знайомтесь, доктор Айболит, який робить так, щоб було не Айболит, Юрій Петрович Дегтярьов. Людина, лікар, доктор. Можна так вас називати? Доктор чи лікар? Пожалуйста, доктор. Називайте горщиком, тільки у піч не ставте. Да. Людина, яка має завжди добрий гумор, яка має золоті руки, світлу голову. А що ще має Юрій Петрович? Зараз, за традицією, у вступній промові нам розповість Аліна. Приветствую всех наших телезрителей. И сегодняшнего нашего гостя я представляю с особым трепетом, поскольку именно он сыграл немаловажную роль в моей спортивной карьере. Впрочем, не только в моей, но и в карьере многих великих украинских атлетов. Юрий Петрович Дегтярьов, заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук, директор Украинского центра спортивной медицины. Родился в городе Кишиневе. Детство и юность он провел в городе Минске, где и начал увлекаться и заниматься боксом. Стал мастером спорта Советского Союза по боксу. Выступал за сборную Белоруссии. Закончив Минский государственный медицинский университет, Юрий Петрович переехал в Киев и начал работать спортивным врачом при сборных командах различных видов спорта. Дегтярьов осуществлял медицинское обеспечение на Олимпийских играх в Лиллехаммере, Сиднее, Атланте. Обслуживал сборные команды Украины по различным видам спорта на более чем 250 чемпионатах мира и Европы. В течение 25 лет Дегтярьов Юрий Петрович работает со сборной Украины по боксу. С 2003 года по настоящее время он возглавляет Украинский центр спортивной медицины. Учредитель и президент Ассоциации спортивной медицины и лечебной физкультуры Украины, которые входят в Европейскую федерацию спортивной медицины. Юрій Петрович, топіру, підхоплюючи слова Аліни, я повинен сказати. Пам'ятаєте, як Глеб Джиглов казав, да? А на же, он такой-то, он такой-то. Взагалі, як ви все встигаєте ось це робити? Наскільки я ось побачив вашу візитівку, вам треба, я так от, не треба не з таким клаптиком приходити у гості, казати, я от Юрій Петрович Дегтярьов, ось моя візитівка. А заходити з такою грамотою, казати, запускати поперед себе людину, яка Юрій Петрович Дегтярьов, лікар всія України, спортивна зірка лікування. Юрій, а як маленький Юра Дегтярьов, мріючи про щось там і вирішив стати лікарем? Ну, так будемо говорити, рішення прийшло, ну, не совсем, як говориться, сразу. Я мечтав бути воєнним. Я даже хотел поступать в Суворовское училище, и у меня была мечта поступить в училище радиоэлектроники имени Попова, военно-морское. Вот, кстати, ну, благодаря то, что я изменил свою судьбу, весь тот курс, на который я поступал, там многие мои товарищи, которые поступали туда, они служили на Комсомольце, если вы помните эту подводную лодку, да, и трагически погибли там. Только доля у вас якось сборила, да? Как-то, наверное, так. Я занимался и в радиокружке, где, ну вот, все спрашивают, где я потерял палец. Это я вытачивал деталь, и мне, так сказать, на сверлильном станке. Ось вам крест святый. Ось скільки знаю Юрія, якби ти не акцентував увагу, я взагалі не помітив. Да, я увлекался радио, но так вот получилось. И так получилось, что я заканчивал школу-интернат спортивного профиля в городе Минске, уже будучи чемпионом Беларуси по юношам. И все мои товарищи поступали в институт физической культуры. И я почему-то, я учился немножко, как говорится, получше. Я решил, а почему я должен идти туда, куда идут все? А мне всегда, в общем-то, нравилось оказывать помощь какую-то,
на... Ось звідки пішла білоруська опозиція. Юрія Петровича. И я, в общем-то, принял решение поступать в медицинский институт. Хотя мне все говорили, что это очень сложно, я не смогу, я не пройду. Вот. Но когда я пришел на собеседование, еще предварительно до экзамена с деканом, он сказал, нам спортсмены нужны. И я, поступая перворазрядником, потому что в юношеском боксе нельзя было стать мастером спорта. Я на четвертом курсе уже, будучи в мединституте, стал мастером спорта и очень много очков завоевывал для медицинского института. Уже закончив его, еще там моя фотография висела на кафедре спортивной еще несколько лет. Все вспоминали, сколько очков я завоевал, выигрывал белсоветы буревестника и так далее, и так далее. Вот. И мне очень понравилась работа, но моя учеба, работа, я ходил, специально изучал вопросы, интересовался вопросами спортивной медицины. И на каком-то этапе, где-то на пятом курсе уже, один очень умный человек, он поставил вопрос ребром. Давай выбирай, или ты боксер, или ты врач. И я вынужден был повесить перчатки, как говорится, на гвоздь. А решил, я думал, ты так справа его. Нет. Вот. И в жизни я понимаю, что надо всегда быть профессионалом. Если ты профессионал, то тебя уважают, к тебе относятся нормально. И ты, особенно в такой профессии, как медицина, врачебное дело, нельзя быть халтурщиком, нельзя допускать ошибок. И, естественно, для этого нужны знания. Поэтому я уже бросил все свои силы на то, чтобы закончить хорошо вуз. Пане Юрію, ось питання таке. Як ви вважаєте, бокс втратив посереднього боксера, чи медицина придбала великого лікаря? Ну, насчет великого лікаря, как вы говорите, это не мне судить. Но как боксер я был средний мастер спорта. Средний, сильный, хороший мастер спорта. Мой потолок, я выиграл несколько международных турниров, был призером Советского Союза. В принципе, я уже подходил к званию мастера спорта международного класса. Но это тот потолок, который бы я мог достичь. Я не был боксером экстра-класса. То есть... Але завдяки такому випадку, грі долі, я хочу сказати, що медицина... Якщо бокс, може, і програв, але медицина від цього виграла. Юрій Петрович, едва переступив порог вашого кабінету, ти сталкиваєшся з великим кількістю таких фотографій, плакатів. Розкажіть, будь ласка, найбільш знакові якісь із своєї практики, не то чтобы события, а знаковую помощь, которая фактически влияла на положительный или отрицательный результат спортсмена на Олимпийских играх, на чемпионатах Европы, мира. Ну вот я слышала от вас иногда историю об Оксане Баюль, слышала об Ягубкине, когда был разрыв сухожилия. Вот расскажите эти случаи. Ну, с Александром Губкиным это произошло на спартакиаде народов СССР. Мне посчастливилось побывать на трех спартакиадах народов СССР в качестве врача команды на 10 чемпионатах Советского Союза по боксу, тоже со сборной команды Украины. Вот на 83-м году в финальном бою с Рамзаном Сибиевым во втором раунде он пропустил сильнейший удар. Рамзан Цибиев бил очень сильно, и он упал, но нашел в себе силы. Был очень тяжелый нокдаун, и падая, он подвернул голеностоп очень сильно. Значит, перерывы мне пришлось его очень быстро, он разорвал связки. Вот, пришлось и затейпировать и так далее. Ну, и он уже вышел уверенно. За одну минуту я уложился. И я вам хочу сказать, что именно для этого, правда, пришлось разрезать боксерку. Вот, боксерка – это не жінка, это обувь. Да, это обувь, да, специальная обувь. И, значит, ну, действовали быстро. Потом замотали, затейпировали. И он встал, выстоял, тяжелый был как раз в конце раунда. Он отдохнул,
И Рамзан Сибиев бросился на него, думал, что он сейчас его добьет, но не тут-то было. Он буквально простоял одну минуту, и последующие две минуты, это были победные минуты, он с кулака на кулак разнес этого боксера. То есть никто даже не ожидал, что это такое может случиться. А вот по Оксане Баю, действительно, это первая наша Олимпиада, где сборная команды Украины выступала отдельной командой на Олимпийских играх. Это Лилихаммер. Лилихаммер, да. На тренировочной разминке она столкнулась с Таней Шевченко, это фигуристка из Германии. И та разрезала, когда она вращающее движение делала, разрезала ей коньком, значит, голень. Я ее вынес, значит, оказал помощь, наложил швы, и спустя день она в таком решающем поединке с Нэнси Керриган стала олимпийской чемпионкой. Ну, для меня это очень, так сказать, ну, важная была такая веха в моей, ну, профессиональной деятельности. После этого было еще 4 олимпиады, вот, еще одна зимняя, еще 3 летние, на которых я принимал участие. И, естественно, на каждой из этих олимпиад были спортсмены, которым я оказывал помощь, и которые потом приходили и говорили: доктор, вот часть этой медальки это ваша частичка вашего труда. И вы знаете, это самая большая благодарность, это самое большое моральное удовлетворение, которое может получить вот врач, который работает со спортсменами. Особенно со спортсменами высокого класса, благодаря которым знают Украину, знают нашу родину, поднимается наш флаг и звучит гимн. Но это не просто такие слова, так сказать. Да. Стяг, гимн, да. А Юрій Петрович Дігтярєв сидить і таким задоволено, да, думає собі, о той Рембо, який собі зашивав там щось, да, дитина ти, я б тобі так зашив. Юрію Петровичу, скажіть, будь ласка, за вашою думкою, як спеціаліста, ви ось стикаєтеся з багатьма видами спорту, який вид спорту є найтравматичнішим? Бо більшість людей вважають, що у боксі, якщо б'ють по голові, то це найтравматичніший вид спорту. Значить, смотря які критерії оцінки, значить, по травматичності виду спорту. Значит, если судить по травмам, вообще есть разные, так сказать, ну так, абстрагованно. Да, разные таблицы и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что бокс занимает 8-10-11 место по травматизму среди других видов спорта. Вот интересный, я вам могу привести факт, интересную деталь. По данным, значит, Бюро национальной безопасности США, самым травматичным видом спорта у них был назван оздоровительный бег, как ни странно. Опередив такие виды спорта, как американский футбол, бейсбол и так далее. У них считается критерием оценки, значит, травмы или какое-то... Кількість травм, напевно, кількість мешканців, так? Да, значит, то количество дней после получения травмы, сколько может человек быть нетрудоспособным. Вот по этим критериям оздоровительный бег был назван в Америке почему-то одним из самых травматичных видов спорта. А почему почему-то? Почему-то. А потому, что, если вы помните, была волна такая вот оздоровительной направленности, то есть люди, здоровый бегом образ жизни, да, бегом от инфаркта, и, значит, очень многие знаменитые артисты и, значит, знаменитые люди в Америке, если вы помните, Джейн Фонда и так далее, они пропагандировали и фитнес, и бег, и так далее, то есть здоровый образ жизни. Это все здорово. И американцы начали бегать. Но они начали бегать, не учитывая... Как сипка зервалась. Да, то есть они не учитывали свои функциональные возможности, свои, так сказать, значит, даже не учитывали, какую обувь надо, на какие дистанции надо бегать, при каком пульсе надо бегать, при какой, значит, ну, своей, вообще, своих качествах. Какие качества, можливости, да, организму. Да, совершенно, да, верно. Возрасте, поле и так далее. Замість того, чтобы, да, працювати, бігти для здоров'я, вони, да, мали за мету там зробити і марафонську дистанцію, і, да, серце. Да. Получалось так. Я вам хочу сказать, что
Очень много и случалось и смертельных случаев. Почему? Потому что никто перед такими, ну, так называемыми оздоровительными забегами не проходил медицинское обследование. И вот тут у меня питання. Скажите, будь ласка, ось я, людина у своїй 45, повна в розквіті сил, прес, м'язи, подвійне підборіддя. Обидва тримаю високо. Я захотів стати боксером. Що я повинен для цього зробити? Або як якась молода людина, ось має за мету стати професійним боксером. Ну, перше, я хочу сказати, що, ну, во-первых, ви на 45 не виглядите, ви виглядите где-то на 44,5. Вот. Це завдяки макіяжу. Да, да, да. Это первое. Второе, для того, чтобы стать боксером, вам надо сбросить хотя бы лет 30 возраста вашего и килограмм 70 веса вашего. Ось вот так мені Юрій Петрович Дегтярьов закрив шлях у великий бокс. Да, а вообще, естественно, приходя, идя в какой-то из видов спорта, это, значит, если нас смотрят родители тех ребят, которые собираются заниматься этим видом спорта, я считаю, прекрасным видом спорта, должны знать, что обязательно надо проходить медицинское обследование. Обязательно надо, прежде чем идти на... проверить, значит, возможность вашего ребенка, действительно, способен ли он к этому виду спорта. Насколько у него не только функциональное состояние, состояние сердца, состояние других органов и систем здоровы. Тобто суглоби, да, судини, да. Серце, легені, да, но есть еще, лівер весь. Да, да, совершенно верно, но есть еще определенные моменты. Есть, так сказать, ну... способность к тому или иному виду спорта у ребенка. То есть есть на генном уровне какие-то задатки, совершенно, да? Верно. Вот, допустим, такие спортсмены, как там, Кличко, Шевченко, Бубка, они на 100% попали в тот вид спорта, на котором они могли показать максимальный результат. Я перепрошу, Юрій Петрович сів на свого улюбленого коника, бо ось книжки він пише, бачите, такі мудрі книжки ось він пише, і саме генне направлення організму, чи є ген, чи немає гену, це його улюблений конек, та що ми маємо години 4, щоб його послухати. Хорошо. Я постараюсь бути кратким в этом плане. Значить, у человека, занимающегося таким видом спорта, как бокс, должна быть хорошая реакция. Значит, должны быть, ну, определенные качества, которые не позволяют ему, допустим, ну, как говорят, вот если бы вы начали заниматься, вы принимали бы все время шайбу на нос. Какой бы, так сказать, ну, родитель выдержал, если его ребенок все время приходил, да. Не знаю, какой время... родитель бы выдержал, но если бы я все время принимал шайбу на нос, я бы играл бы Садайского, вместо встречи изменить нельзя. Ну, да. Пане Юрію, а як зрозуміти, чи є, наприклад, у Аліни є цей ген, а якось дитинка приходить до вас? У неї добра реакція, але може ця реакція пасує не до боксу, а, наприклад, до фехтування. Совершенно верно. Як знайти ось той ген? Совершенно верно. Ви розумієте, ми зараз відталкуємося, знаєте, від чого? Ми не відталкуємося від того, значить, якщо ген чемпіонства, так будемо говорити, в тому чи іному виді спорту. От ми знайшли ген чемпіонства в тому чи іному виді спорту. Коліть, лікар, коліть! А мы сейчас отталкиваемся от совершенно другого. Мы отталкиваемся от того, что наличие определенных генов, определенных, то есть геномные эти исследования, говорят о том, что заниматься тем или иным видом спорта нельзя, противопоказано. Вот в боксе, например. Тобто ви, да, берете кровь у мене з жили, да, робите ось цей, як там, да, у кіно, там, ось так, да, розтягнути, да, все на екрані, да, і бачите, що ось ця штучка в 14-му рядку, да, заважає мені займатися спортом. Совершенно определенным видом спорта. Это не говорит, вот, допустим, единоборствами. Есть специальный ген, который отвечает за алипротеид ЕПГ4, он так называется. Но если вы зі мною зараз розмовляєте. Я с вами, да, не волнуйтесь. И если вот он есть, то развитие различных нарушений мозговых сосудов при травмах наиболее вероятно и часто развивается, особенно после окончания занятий видом спорта. Все. Мы сейчас проводим работу со сборной командой Украины по боксу, с боксерами-профессионалами.
с боксерами-ветеранами, которые уже закончили, и изучаем их состояние. Да, возможность поревняты, их да, совершенно, совершенно верно. То есть мы, и вы знаете, говорят, что бокс, он оказывает влияние, ну, на, так сказать, умственную деятельность, на интеллект человека. Позитивно чи негативно? Бо негативно. Така... Ні, негативно. Ну, хоча, да, некоторі говорять, що дурь вибивають. Це може бути. Вот. Якщо її много. Да, якщо її много. Значит, но негативного влияния бокса на, так сказать, это все, в общем-то, такой досужий вымысел. Ну, вот, допустим, взять такого прекрасного боксера, великого боксера, как Мухаммед Али. От, ну, зараз, якщо ось ми з Аліною мали, да, можливість подивитися, не так давно, не так давно, да, на нього, да, то он, сльози, да, заважають, сльози, що сказати? Сльози, да, ну, болезнь Паркінсона, ну, це не зв'язано, в общем-то, з заняттями боксом. Ось, я перепрошую, Фредді Роч, відомий тренер, успішно бореться з Паркінсоном. Да. Мухаммед Алі. І ось існує така думка, ну, найпоширеніша думка, що це є наслідок займатися. Хоча, наприклад, мені, я перепрошую, Юрій Петрович, хоча мені одна така мудра людина, теж лікар, доводила, що ніхто не знає, як це захворювання виникає, і люди, які палять, ніколи не боліють Паркінсоном. Ви розумієте, етіологія, ну так, цього заболівання дійсно ще окончательно не вияснена, і боліють мільйони людей, не близько навіть не підходящі к рингу или какому-то другому спортивному снаряду. То есть тут більше людей, да, поза рингом, да, боріть на парку. Совершенно, совершенно верно. Но я, хотя приводя пример Мухаммеда Али, хотел сказать, что человек, несмотря вот на такое заболевание и такой и много лет проведший на ринге, он мыслит очень здорово, его интеллект не нарушен, как это сам. Ну вот скажите, мог ли интеллектуально не, так сказать, ну, недоразвитый, так будем говорить, или, або травмованный. А травмованный, да, человек пошутить следующим образом. Например, у него известная такая шутка по поводу Джо Фрезера. Я наблюдал, как Джо Фрезер делал бой с тенью, вел бой с тенью. И вы знаете, я увидел, что тень победила. Вот, ну, это интересно, интересно. Хотя есть и другие, так сказать, анекдоты про боксеров. Вот, да, самый... А так, найпоширіше, а ще я в ній їм. Да, ну, мой самый любимый анекдот, знаете, интересный? Цікаво. Тоже как бы с медициной связан. Значит, у боксера берут кровь на анализ из вены. Вот, то, что вы показывали недавно. Вот он... Ему и наложили... Это не то, что вы подумали, да, это, ему наложили... это анализ был. Да, это его... был анализ. Его... Ему наложили жгут, делают укольчик. И медсестра говорит, поработайте кулачком. А он говорит, по голове или по корпусу? Но, целком слушно. Да, но, значит, глядя на ваше лицо, вы абсолютно не улыбнулись, чувство юмора вам. Юрий Петрович, уделите внимание немножко мне. Хорошо. Вот в одном из ваших интервью я прочла о том, что даже наличие кариеса может быть серьезной причиной при подготовке спортсмена к соревнованиям, при выходе спортсмена на пик формы. Объясните более подробно. Мне никогда такое даже в голову не могло прийти. Значит, это очень серьезная проблема. Это наличие очагов хронической инфекции у спортсмена. Действительно, любой очаг хронической инфекции, который есть у спортсмена, имеет колоссальное значение для его спортивной жизни. Кариозные зубы, хронический тонзиллит, значит, гайморит, любое простудное заболевание и так далее. И тогда я могу перечислять много таких заболеваний. Оно постоянно, имея такой очаг воспаления в организме, спортсмен, который тренируется ежедневно, по нескольку раз даже в день, вы знаете, что ток крови постоянно повышен у спортсмена, то есть он прогоняет кровь в десятки, в сотни раз больше, нежели просто человек.
И вот есть такое понятие, как гематогенный занос. То есть током крови, токсины и бактерии, они переносятся из одного органа в другой орган. А чому ви розмовляли за Ліною, а коли казали про токсини по організму, дивитесь на мене? Ну, може бути, є якийсь... Извините. Вот. И они с током крови, так называемый гематогенный занос, могут заноситься в любую, может быть, и в печень, и в желчный пузырь. У женщин это могут быть в органы малого таза, это может быть и такие проблемы, как холецистит и так далее, и так далее. Но самое опасное – это так называемые миокардиты. Миокардиты, когда с током крови приходит этот... Вот, поэтому очень-очень надо четко следить и санировать все очаги хронической инфекции. Но есть еще один нюанс, который надо учитывать, именно то, что касается кариеса. И вообще, на пике формы, когда спортсмен находится уже в самом таком подъеме, уже он готов выстрелить, как бы иммунологический статус его падает. Да, его иммунитет очень уязвим, вообще организм уязвим к любой инфекции, к любому дуновению ветерка. То есть надо быть очень осторожным, очень надо быть предельно... Избегать всяческих контактов. И, естественно, есть у нас, так сказать, свои фармакологические такие методы поддержки спортсменов для того, чтобы они, могли и иммуномодуляторы принимать и так далее. И вот я вам хочу одну вещь сказать, закончить. Как всегда, как по закону подлости, перед финальным боем или перед финальным каким-то забегом, схваткой, неважно, выступлением, обязательно, если недолеченный зубик, обязательно флюс у спортсмена, обязательно какая-то вот такая, поэтому обязательно надо следить за этими вещами, чтобы самый такой ответственный момент не подвел ваш организм. Ось у мене є до вас два питання. Питання, точніше, не від мене, а від наших дописувачів. Дописувач на ім'я Файтер. Ось ви казали, рівно рік назад Микола Валуй відмовився від двобою з Русланом Чагаєвим через наявність в організмі Руслана вірусу гепатиту Б, аргументуючи свою відмову тим, що може заразитись від нього під час двобою. Відмовився він і від прививки від гепатиту, таким чином зірвав бій. Скажіть, будь ласка, як спеціаліст, чи була вірогідність зараження гепатитом Б у разі отримання боксером розсічень в бою? И если была, насколько велика, чи гарантує прививання стовідсотковий захист від гепатиту? Так. Я понял вопрос. Значит, вирус гепатита Б, это также передается точно таким же образом, как вирус СПИДа. Если они не собирались заниматься... Вирус СПИДа, так будем говорить... Інших инфекционных захворювань. Значит, давайте так. Дарма я це сказав. Может быть. Передается вирус гепатита Б следующим образом. Через кровь. Слину. То есть это может быть... Я перепрошу, що буде? Да. У мене є розсічення, я нібито маю інфекцію гепатиту Б. Да. Розсічення. Ви до мене притиснулися своїм, шкіра до рани. Да. Передается? Не передается, если у вас... Это надо, знаете, это очень долго надо тереться двумя рассеченными бровями друг от друга, чтобы была такая вероятность. Иногда это вдается. Да, поскольку... Кровь. Еще, подождите секундочку. Почему вероятность минимальная, нулевая практически. И если они не собирались, Валуев с Чагаевым, да, заниматься сексом на ринге, сами понимаете, то же самое. С этого места больше подробнее. Дело в том, что гепатит Б передается половым путем, передается через кровь, так же, как и... Кровь от моего рассечения попала в ваше око. Есть возможность захворения? Минимальная. Практически ее нет. Хотя, вот почему ввели перчатки для судей, именно из опасности того, что они смотрят рассечение и что возможно какое-то. Но такое, вероятность такого минимальная и никогда она не отмечалась. Пребывание на 100%, прошу, Алина, да. Захистить от гепатиту Б?
Что-что? Прививка? Да. На 100, в зависимости от того, когда она была сделана, и в зависимости от того, когда он встретился с этим вирусом. Щеплення да. може завадити боксеру втратити пік, ну, втратити да, свій. Может, может. Тоже, если это, если эта прививка была сделана, ну, так сказать, накануне его каких-то подготовки к соревнованиям. Давайте зараз да. з'ясуємо. Микола Валуєв. Да. Ви, якщо б ви були лікарем Валуєва, да. ви порадили йому відмовитися від двобою з Чагаєвим, не застосовувати щеплення від гепатиту і відмовитися від поєдинку, щоб убезпечити себе від можливого захворювання на гепатит Б? Значить, я би йому нічого не посоветував, він посоветував би, якщо... Ведь, вы понимаете, в этих случаях с врачом не советуются. А скорее всего, что заранее было принято совершенно по другим причинам решение. Решение, связанное с какими-то финансовыми вопросами, еще с какими-то, может быть, боязнью и так далее. Я не знаю, по какому. Но очень часто медицину притаскивают за уши для того, чтобы обосновать тот или иной, так сказать, то или иное действие спортсмена, менеджера, тренера и так далее. Вот это вот гипотетично, Юрію Петровичу, якщо б ви гіпотетично да. були лікарем да. Миколи Валуєва, да. гіпотетично ви порадили йому, щоб уберегтися від захворювання гепатитом Б, не втратити фізичну форму від щеплення, не виходити у ринг проти Руслана Чагаєва? Ні. Сказали, перехрестили, йди, нічого да. тобі не шкодить. Нічого ти. Все, дякую вам. Єдина людина, яка щиро сказала правду. Почему? Юрий Петрович, и возвращаясь в общем к спорту высших достижений, каждый атлет в современном спорте испытывает ну, колоссальные перегрузки при подготовке к соревнованиям. И, конечно же, вот естественным путем организму восстановиться очень сложно. И используется определенный комплекс восстановительных препаратов, их есть громадное множество. Так вот, ваша точка зрения, может ли современный спорт существовать без фармакологии на сегодняшний день? Вы знаете, вопрос очень интересный. Я... Односложно, можно? Да, да односложно. Или нет? Да, да. Почему можно? Если мы обеспечим питанием хорошим, именно содержащим витамины, то есть полноценным питанием и значит, теми, таким рационом, который позволил бы восстанавливать практически все затраченные усилия. Вы понимаете, ведь у каждого человека есть свой потолок. Свой потолок, который он может достичь и в функциональных моментах и так далее. Есть просто время, которое укорачивается при помощи подготовки спортсмена, которая становится короче при помощи восстановителей фармакологических. То есть спортсмен провел две сегодня тренировки, выжат как лимон. Для того, чтобы ему восстановиться и стать завтра опять в строй, опять выйти на тренировку, ему надо или полноценно попитаться и день отдохнуть, чтобы потом выйти на тренировку. Либо, так сказать, принять какие-то энергетики или препараты, которые, значит, его, значит, восстановят, и выйти следующим утром на, так сказать, снова тренирование, еще раз тренирование. Вот. И в моей практике были ну, случаи, когда спортсмены, и хорошие, великие спортсмены, отказываются от... Например, Виктор Олейник, если я не ошибаюсь. Вячеслав. О, Вячеслав, да, Вячеслав Олейник, например, на Олимпийских играх в Атланте, он сказал, мне ничего не надо, я не буду ничего колоть. Хотя, знаете, когда приезжаешь на Олимпиаду, это такое событие очень, ну,
Ну, это надо испытать, это побыть. Эмоции, эмоции да. Через край. Все начинают трясутся, боятся и так далее. И надо и видят выход в том, что вот надо вот те это принимают, те это, итальянцы, смотрите то, американцы то. Давайте мы что-то сейчас сделаем. Она в Бруклине такая понимает. Да, да, да. И сразу тут очень важно успокоить, сказать, ты прошел нормально подготовку, ты готовился планомерно, ты готовился к этим соревнованиям, у тебя есть тренер, есть план и так далее, ты готов. Но иной раз сам тренер начинает будоражить спортсмена, и они бегут, сделают поставки нам, ну тогда еще, тогда можно было капельницы, да. Так и получается, так что вот, изначально вот этот тренер, да, идет Вячеслав мандражить. Вячеслав Олейник сказал, я ничего не буду, это, я уверен в себе, я знаю, что я выиграю. Он вышел, он стал первым олимпийским чемпионом в Атланте, да, от Атланты. И я, например, это для меня очень хороший и показательный факт, который говорит о том, что наша, так будем говорить, украинская, вообще славянская нация, она очень сильна. Вот их, ее геном. Ее, вот, почему? Нет. Именно тот генотип, который есть у нас, это смешение очень многих кровей разных людей, разных, разных народностей. Это закон Геккеля-Мюллера, вы знаете, что чем нет. Дальше рождены родители значит, индивидуума, тем сильнее, так сказать, значит, поросль это, то есть этот... Тем сильнее да, геном да, дети, их, да, потомства, их, их потомства. Да. Совершенно верно. А у нас что? И славянская кровь, и татарская, монгольская, татаро-монгольская, значит, греческая много, венгерская, польская и так далее, и так далее. То есть у нас такой... без роду, без племени. Нет, подождите, подождите. Без роду, без племени нельзя. Это... Давайте не уводите меня. Юрий Петрович, не только лікар, но и справжній патріот. Перепрошу, Аліна. Юрий Петрович, вот возвращаясь к теме психологической устойчивости спортсмена, ваше отношение к такому понятию, как спортивный психолог, насколько это востребовано и насколько это необходимо в современном спорте? Ось, наприклад, Корі Сандерс перед двобоєм проти Віталія Кличка побував в руках гіпнотизера, який допоміг йому психологічно підготуватися до двобою. Я думаю, что это очень необходимо. Не каждый может спортсмен или группа спортсменов позволить себе такую роскошь иметь хорошего психолога. Психолог просто необходим. Об этом мы уже много-много лет говорим и значит, на уровне нашего национального олимпийского комитета. Кстати, эту идею очень поддерживает Сергей Назарович Бубка о том, что нужен психолог в команде и так далее. На сегодняшний день роль психолога выполняет тренер. То есть он настраивает спортсмена, он дает ему какие-то определенные... Ну, но это есть и такие. Есть другие. Что в тебе болит? Ты маешь бажання про це поговорити? Понимаете, я думаю, что не тем надо успокаивать. Вы приводите пример, как бы вы поговорили со спортсменом. Юрий Петрович, я иронизую, да? Стикаючись, наприклад, в рамках свого візиту, колишнього візиту на базу Олімпійську Конча-Заспу, де наших боксерів Віталій Кличко там проводив на Олімпійські ігри 2004 року. І я подивився на хлопців, і я зрозумів, що взагалі вони можуть вигравати тільки завдяки своєму тому внутрішньому стержню, бо вони не мають ані психолога, ані потрібної, на жаль, медичної, бо ви можете бути світилом, але ви один в полі, на жаль, не воїн, ви не можете всі дірки собою одним закрити. І я взагалі, коли люди там десь виграють золоті медалі, розуміючи, з чого вони стартували, з чим вони туди приїхали, що їх огортало, на протязі цих змагань я дивуюся, як взагалі вони туди доїхали, як взагалі вони вийшли там у ринг, на бігову доріжку, на площадку якусь, спортивний майданчик, і взагалі якось вигравали. Давайте ми зараз, якщо взяти таке поняття, ми от говорили про спортивного психолога.
Вы затронули понятие фармакологии, реабилитации спортивной, значит, медицинских обследований. Да, действительно, очень сложно нам сейчас в этой вот в период экономического кризиса выживать. Украинскому центру спортивной медицины очень сложно. На сегодняшний день уже доказано, что 30-40% успешного выступления наших спортсменов на международной арене зависит от состояния спортивной медицины той страны, которую они представляют. И чем выше уровень спортивной медицины, тем лучше спорт. Спортивная медицина – это неотъемлемая часть нашего спорта. Поэтому именно здесь лежит один из, так сказать, да, успеха спортсмена. Поэтому и качественное обследование спортсмена, и, значит, качественное сопровождение его в течение тренировочного процесса всего и соревновательной деятельности имеет огромное значение. На сегодняшний день главное учреждение Министерства здравоохранения Украины, Украинский центр спортивной медицины, в котором стоят на учете практически весь цвет, вся элита украинского спорта, не имеет собственного здания. Ну, к примеру, мы не имеем некоторых, вот у нас нет, допустим, значит, анализатора биохимического, который нам в край необходим. У нас нет современного, допустим, четвертого, последнего эксперт-класса поколения аппарата УЗИ, который нам необходим, чтобы смотреть связки, сосуды и так далее, и так далее. И вынуждены спортсмены обращаться за помощью почему-то, выезжая за границу, ища и в частных клиниках, платя большие деньги. На сегодняшний день отсутствие украинского центра своего здания, значит, отсутствие стационара, отсутствие хорошей реабилитационной базы, значит, создает именно условия для того, чтобы элита нашего спорта разбредалась по каким-то, значит, непонятным учреждениям или другим государствам. Вот это страшно. И у нас есть прекрасные силы, у нас есть хороший опыт, у нас многолетняя практика. Вот. Но чего у нас нет, это нет своего помещения. Хотя было несколько решений президента Украины, 7 или 8 постановлений Кабинета министров по этому поводу, 2, по-моему, решения Верховной Рады, а ВОЗ и поныне там. Я просто, извините, о своих бедах немножко сказал, но это касается ведь тоже не только боксеров. Это касается всего спорта в цілому українського. Знаєте, я, працюючи спортивним журналістом, а до цього працюючи просто журналістом, багато разів бачив, як наші панове на горі там люблять нічого не робити, але люблять так позувати з нашими чемпіонами. Ось попозували, дали інтерв'ю, а потім і трава не рости там. Чи хлопець має якусь там гематому, чи має якесь ушкодження. А самі обслужуються в четвертому управлінні, так буду говорити. Пане Юрію, ну це справа дійсно, ми можемо тільки так поплакатися один одному в плече. Я не плачусь. Ні, ну я так. Ми працюємо над тим, щоб преодолівати всі ці... Дякуючи Богу, що ви хоч щось робите, не маючи для цього жодного стимулювання, окрім свого власного гонору, да, і честі лікаря. Да. Скажіть, будь ласка, я перепрошую, що знову ж таки відтягаю вас від проблем до проблем інших. Знову один з наших дописувачів. Дякую вам за ваші запитання до нашого гостя. Скажіть, будь ласка, Юрію Петровичу, проблема допінгу у боксі дійсно настільки актуальна, чи це все занадто розкручено ЗМІ і людьми, які дотичні до боксу, але не мають прямого відношення до боксерів? Мені здається, що ЗМІ просто нагнітають ситуацію, адже навіть приймаючи нелюдські дози анаболічних стероїдів, гормону росту чи інших заборонених препаратів, навіть боксери з першої двадцятки навряд чи міг би перемогти у велтервейті, ось пише наш дописувач Файтер Пакьяо або Майвезера. Точно так, скажемо, Олексій Печеров не стане грати краще за Майкла Джордана або Леброна Джеймса, навіть якщо почне приймати гори заборонених препаратів чи бігун, який пробігає 100 метрівку за 10 секунд, навіть з допомогою найсучаснішої хімії, ніколи не пережене Усейна Болта. Не знаю, як пережене чи не пережене, а завдяки хорошій хімії можна в думках бігти настільки швидко. Проблема допінгу. Наскільки вона є насправді проблемою? Проблема допінгу в боксі, значить,
Я вам хочу сказать, что на сегодняшний день это есть проблема только, ну так будем говорить, незнание спортсменов о том, чего он принимает, что он принимает. У нас один прекрасный боксер, ну прекрасный, хороший боксер, который хорошо выступал на любительском ринге, силах, Измаил Силах. Принял препарат, не зная его действия, не зная, что он, так сказать, является допинговым средством. И в результате этого он был дисквалифицирован. Так само Виталий Кличко. То же самое произошло и с некоторыми нашими спортсменами, которые принимали препараты от простуды. Допустим, препарат «Эффект», допустим, или «Колдфлю», или «Флюколд», они все содержат там фенилэфрин или фенилпропаламин, которые являются запрещенными препаратами. Вот, поэтому, не зная этого, они безрецептурно продаются в аптеках. Любой человек может прийти, спокойно купить этот «Флюколд» или «Колдфлю», или любой другой препарат, содержащий вот те компоненты, о которых я сказал, и все, и попасться на допинг. Юрій Петрович, поэтому... але це дотично, наприклад, наших боксерів. Да. От хтось з наших боксерів, давайте так, цілком гіпотетично, да. Іван Іванов. Да. У нього немає особистого лікаря, який, як на заході, що я звик бачити, тренування починається з того, що лікар оглядає боксера, ну, у нас що... то саме. І контролює. Ну, не думаю. Не завжди. Зря. Не завжди. Зря. Я бачив деякі тренування і не бачив лікарів там. Перепрошую. Це, я говорю про ви те, що бачив. Ви маєте в виду клуби, клубних боксерів? Ну, може клубних боксерів, може якісь боксерів. Далі. Я можу купити будь-яке, але й мова йде про спортсменів, який повинен розуміти, що для того, щоб прийняти навіть оцей нафтізін, там, щоб не було у нього там застуди чи щось, він повинен порадитися з лікарем. Але це у нас. У нас, можливо, все, бо ми чогось не знаємо, де якесь є завжди слав'янське, авось пролетить, авось не побачимо, Бог не видасть, швиня не з'їсть. На ось в глобальному рівні, на рівні там Володимир Кличко, там Віталій Кличко, там Бернард Хопкін, Джо Калзахе, Мені Пакьяо, Флойд Мейвезер. Угу. Наскільки ось зараз йдеться мова, щоб брати кров у спортсмена без попереднього замовлення там, угу. будь-якої в якоїсь миті. Ти їсиш, вечеряєш, тут тобі приходить Юрій Петрович, каже, давай закатувай рукав, буду брати у тебе кров. Наскільки це є потреба? Бо на сьогоднішній день є така необхідність тільки в, і це вже роблять, це в таких видах спорту, як лижні гонки і біатлон. Вот. Почему? Це зв'язано з уровнем гемоглобіна і таким препаратом, как эритропоэтин. Вот. Эритропоэтин, очень сложно его можно определить, самого наличия эритропоэтина. То есть это препарат, который стимулирует собственный рост кровяных клеток. То есть, а обнаружить это сложно. Так же, как есть ряд препаратов, которые стимулируют выработку эндогенного тестостерона, который тоже очень сложно. Поэтому создается так называемый паспорт. Паспорт, гормональный паспорт спортсмена. И смотрят, какой уровень, допустим, тестостерона у него в норме. Значит, вообще соотношение тестостерона к эпитестостерону мужского и женского пола. Значит, сейчас, если этот уровень раньше 1 к 4, если 1 к 6, то уже этого спортсмена ставят на заметочку. И берут его, так сказать, это всемирный антидопинговый агент. Да. Особливо властивый. Совершенно этого, верно. Или это его физиологические качества, которые они природой даны, либо это он стимулирует какими-то препаратами извне. Вот. То же самое, как же и эритропоэтин. Поэтому определяется так называемый или гормональный фон, или фон его, значит, его гемоглобина, фон гемоглобина. Понимаете? Юрію Петровичу, ось, наприклад, я боксер. Да.
У мене є такий лікар, як ви, який дуже багато знає про заборонені препарати. Чи можете ви мене, ну, гіпотетично знову розмовляю, чи Аліну, чи будь-якого боксера, накачати цим допінгом, гормонами, чим-небудь так, що я буду там непереможним таким халком собі і приховати все те, що у мене в організмі є. Бо я знаю, що Джеймса Тоні лапали на тому, що він приймав мочегонне, щоб вивести з організму це все. Это, ну, мочегонне, вони зараз являються маскируючими агентами, да. Маскирующие агенты, которые они запрещены и так далее. Можно в покарать. Значит, что я вам хочу сказать, что во многих лабораториях антидопинговых... Подождите, во многих... я просто хотел бы вам показать на страничке так вот. Вот есть лаборатория, которая, антидопинговая лаборатория, которая определяет это, буквально ниже, в подвале или этажом выше, находится лаборатория, которая разрабатывает новые фармакологические препараты, не внесенные в список запрещенных. На это уходят миллионы и миллионы долларов. Вот. США. США, естественно, не австралийских. И спортсмены принимают эти препараты, выигрывают, становятся чемпионами. Спустя какое-то время этот препарат вносят, записывают, так сказать, в перечень, в раздел запрещенных. Ну, это такая была, значит, уловка долгое-долгое время. На сегодняшний день ВАДА, Всемирное антидопинговое агентство, значит, предоставляя список запрещенных препаратов, в конце, это огромный список по каждой категории, там анаболические стероиды, стимуляторы, да, аналогические, да, да. Я принес это. Наркотические аналгетики, значит, и так далее, и так далее. Там есть приписочка после перечня всех этих препаратов. А также препараты, оказывающие подобное фармакологическое действие или сходные по химической структуре. Это же не самовито. Как это все запомнить простому лекарю? Вы понимаете... и тут очень большая такая лазейка есть для того, чтобы ВАДА, а ВАДА это, ну как, они называют себя, это Всемирное антидопинговое агентство, они называют себя обучающей структурой, что вот они несут... Светлые и добрые. На самом деле, кроме того, что действительно они распространяют много знаний о допинге, каким-то образом пытаются проводить семинары по всему миру и так далее, это в основном карающая организация. И карает она, значит, ну, как было отмечено, избрана довольно-таки. Значит, караются почему-то те спортсмены, которые являются наиболее конкурентоспособными на мировой арене, с теми, ну, по-видимому, с кем сотрудничает это так называемое независимое Всемирное антидопинговое агентство. И уже доходит до смешного, что скоро допингами станут, ну, препараты. Цитрусовые. Ну, не цитрусовые, не цитрус, но, по крайней мере, препараты, которые раньше, ну, считались абсолютно, так сказать, не сходные, просто по химической. Там одно бензольное кольцо изменено, и вот, пожалуйста, это уже допинговое средство. Вообще, вот мое мнение и понятие о допинге, оно немножко, так сказать, я против тех препаратов, которые, конечно, наносят вред организму, которые делают намного сильнее спортсмена и так далее, но есть, допустим, ряд препаратов, действительно принятых по незнанию, и спортсмен в данном виде спорта от приема этого препарата не смог бы стать сильнее именно в данном виде спорта или выиграть то или иное соревнование. То есть тут это выборочно. Незнание закону не запрещает, не покарание. Не покарание. И потом все-таки спорт — это искусство. Это, ну, сродни искусству. Мы, вот вы смотрели бег Бен Джонсон. Вы смотрели, ну, многие прекрасные соревнования. Сергей Бубко стрибал. Нет, я имею в виду... Сидоренко мытав молота. Да, много-много-много есть прекрасных, красивых моментов в, вообще в спорте. Спорт — это зрелище, спорт — это очень интересное наше, ну, жизненное, так сказать, пространство.
И если оно не будет красиво, если оно не будет зрелищно, оно потеряет свой смысл. Так вот, многие, наверное, и допинговые препараты, они придают зрелищность этому виду спорта, этим, ну, вообще спорту, как этому направлению жизни. И вот, если взять по аналогии, вот возьмем больших великих художников. Ведь многие картины были ими. Были ими намалеванные, алкоголя, каких-то там трав, каких я не знаю, там, да. И так далее. На сегодняшний день никто ж не снимает их с музеев и не говорит, что значит, они, мы их аннулируем, потому что это под действием допинга. Тобто підводимо підсумок. Панове з антидопінгового комітету, не шмаляйте в білих лебедей. Я, значит, я против допинга, чтобы вы не поняли меня правильно. Чтобы меня поняли. Нет, я уже стала немножко сомневаться, поскольку вам же вылетело, Юрию Петровичу, да. И нам час подводить підсумок нашей программы, тобто шукати свою... Я против свою... карательных мер ВАДА, чтобы вы поняли. Я против карательных методов. А какие же могут быть другие методы, если не карательные? Чтобы не употреблялись такие жесточайшие препараты, которые полностью разъяснительная работа. Вы понимаете, и не только разъяснительная работа, не только разъяснительная работа, а многие миллионы могли бы быть потрачены совершенно на другие цели, которые бы смогли бы действительно сделать олимпийский спорт более зрелищным. Не секрет, что не олимпийские виды спорта сейчас становятся более зрелищными, чем олимпийские виды спорта. Сейчас, вот это доказали последние всемирные игры по неолимпийским видам спорта вот на Тайване, которые проходили. Но посещаемость была колоссальной. Кстати, Украина прекрасно выступила на этих играх. И действительно, по своим, ну, по своим зрелищным качествам, это намного превышает. До них дійде зараз, візьмуться руки антидопінгового комітету, подивимося, як, що там буде на Олімпійських іграх. Але давайте знаходити вже час істини. Юрію Петровичу, скажіть, будь ласка, бокс – це добре чи погано? Я думаю, що це хорошо. Коли ви... Не только потому, что я им занимался, этим видом спорта. Этим видом спорта, вот, благодаря, кстати, Алине и ее почитательнице, моя дочка. Вот, уже она, правда, выросла, все, но она занималась, так сказать, несколько лет, и ходила, и била груши, и так далее. Это был ее кумир. И она тоже врач, и работает, и воспитывает двоих детей, и нормально, все прекрасно. А... Дай Боже здоров'я. Да, спасибо. Юрій Петровичу, я перепрошую. Як береже своє здоров'я Юрій Петрович Дегтярьов? Поради нашим глядачам. А як берегу? Там, знаєте, не берегу ніяк. Ну, нет у мене ніяких особливих... Водка, жирна їжа. Кстати, да. Ну, от я очень люблю жирное мясо. Все, на цьому ми повинні закінчити програму, бо зараз Юрій Петрович розповість. Ні, ну, я, наприклад... Такі секрети спортивної медицини. Ні, ну, ви спросили, як я беру. Я можу вам дати совет, як, щоб ви не були, ну, чтобы вес у вас был поменьше, чтобы у вас сердца не хватало, чтобы вы чувствовали себя полегче. Я вам могу дать советы. А я лично вот ем то, что мне хочется. Ну, как беременная женщина. Вот что-то захотелось, я пошел и съел. Захотел шашлычка, съел. Захотелось съесть. Да. Ну, в общем, и мне это идет на пользу. Ну, люблю я. Вот и покушать, и надо. Хотя в последнее время немножко, конечно, начал себя ограничивать, начал есть каши. Кашки, знаете, кашки. Да. Нам шостий місяць на платі зарплату, і ми теж почали себе обмежувати лише тільки кашками. Ну, ось так. Ви познайомилися з Юрієм Петровичем. Якщо я казав, що це весела людина, я вас не ввів в оману. Якщо казав, що це розумна людина, жодним чином я не клямив. Прошу, Юрій Петрович Дегтярьов. Світило медицини, світило гумору. Має, як хілер той може заліпити як будь-яке розсічення одними пальцями і пластирем. І взагалі дуже добра і поважна людина. Юрію Петровичу, дякую, що ви до нас прийшли. Спасибо. Дай Бог вам здоров'я, вашим колегам, вашим спортсменам. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, что вы уделили внимание именно такому важному составляющей спорта, как спортивная медицина. Приглашайте чаще и врачей, и, может быть, и массажистов. Это очень... Да, у меня еще спина болит. Все. Хорошо. Мы вам поможем. Тримайте будь-який удар, як у ринзі, так і поза ним. Знайте, що якщо у вас проблеми, завжди є Юрій Петрович Дігтярєв, який є всесвітньоукраїнським доктором «Ай болить, що робить, ай не болить». І з вами були Юрій Петрович Дігтярєв, Аліна Шатерникова, Юрій Нестеренко. На все добре. Всього найкращого. До свидання. Thank you.